Всех приветствую на нашем канале. Скоро новогодние праздники, поэтому мы начинаем уже подготовку новогоднего стола. Сегодня начнем готовить сало к засолке. Кусочек хороший, с прослойками. Ребра сейчас срежем на зажарку, остальное пойдет на засолку. Сало мы подготовили, все помыли, просушили и приступаем к засолке. Стандартный набор продуктов. Чеснок, соль, ну, по желанию специи. Сало мы солим каждый кусочек индивидуально. Взвешиваем кусок сала, измеряем к нему соль. Соль мы ложим небольшое количество, не как в интернете написано. Мы ложим 30 грамм соли, исходя из килограмма сала. Но за счет того, что эта соль идет именно на этот кусочек в индивидуальной упаковочке, и просолка 5 дней, метод уже проверенный, сало получается не пересоленное и очень вкусное. Ну, чеснок не жалеем, будет только вкуснее. Сало будем солить несколькими способами. Простое. Часть будем делать немножко с остренькой специей. Потом еще будем коптить сало. Мы, получается, каждый кусочек взвешиваем, и на каждый кусочек у нас свое количество соли. Сало заматываем в пищевую пленку очень-очень плотно. Хочу вам рассказать еще один нюанс. Попадаются видео, где говорят: ой, засолите вот так-то, вот у вас будет шкурка мягкая. Не верьте, шкурка у вас будет ровно такая, какое сало вы купили. Купили свинину с жесткой шкуркой, будет даже после засолки жесткая шкурка. Купили свинину с мягкой шкуркой, значит, и сало у вас будет с мягкой шкуркой. Мясо немножко массажируем. Все сало засолено, упаковано, отправляется на 5 дней в холодильник. Наше сало готово. Теперь мы убираем пищевую пленку и каждый кусочек отдельно вакуумируем. У тех, у кого нет вакууматора, в этой же стрейч-пленке просто с холодильника его перекладываете в морозильную камеру и достаете уже по необходимости. Еще такой небольшой секретик. Если вы хотите нарезать тонко, красиво сало, кусок должен быть замороженный. С морозилки его достаете, буквально там минут 15-полчаса, чтобы оно чуть помягче стало. И тогда будет красивая нарезка. Мягкое сало красиво не порежешь.